Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Жубик. Значит, друзья, идем только вверх, ни шагу назад. Проект находится на предстарте. Старт состоится завтра, 8 декабря, в 17:00 по Москве. Некоторые партнеры даже не знают, как здесь зарегистрироваться, как пополнять кабинет. Хочу напомнить всем и показать вкратце все. Значит, регистрация уже, обратите внимание, более 2000. Конечно, народ любит такие проекты. Причем здесь будет обязательная покупка клона за 50 рублей каждую неделю. Это нам даст движение в очереди. Не будет такого, что вот как бы волна на старте прошла и все, и тишина. А здесь мы будем покупать еженедельно клон, чтобы двигалась очередь за 50 рублей. Значит, по поводу регистрации. Перейдя в описание по ссылочке, вот здесь кликаем, вот регистрация, видим. Регистрация. Здесь будет ваш спонсор. Значит, прописываете сюда. Я писала на английском вроде бы. Можно, наверное, на русском, раз проект русский. Имя. Как вас зовут? Сюда прописываем электронный адрес. Email адрес. В эту вкладочку прописываем свой логин. Никнейм. Прописываем пароль, повтор пароля и на вкладочку «Зарегистрироваться». Я же нажимаю «Войти». Входим по логину и паролю. Разгадываем капчу. «Войти». Попали к себе в кабинет. Это наша домашняя страничка. Здесь показано видео, можно кликнуть, посмотреть. Здесь также наша статистика. У меня на данный момент заработано уже 75 рублей. Выплат еще нет. Рефералов у меня 17 человек. Здесь будет ваш спонсор, ваш пригласитель. У вас будет такая вот аватарочка, Елена. Вот я написала по-английски. Вот мой логин. Обязательно на это обращайте внимание. Также из кабинета можно попасть в чат. Кликайте ВКонтакте «Общий чат». Вас перебрасывают на страничку ВКонтакте и добавляетесь в чат. Там вся информация. Далее опускаемся ниже. Здесь инструкция. Я зачитывать уже все не буду. Все мы умеем читать. И здесь написано, как начать зарабатывать, как активировать площадку, как пополнить баланс, вывести деньги и перевести другому пользователю, как пригласить рефералов, как установить аватарку, как изменить личные данные и сменить пароль. Здесь кликаете «Настройки». Здесь имя, я указала страничку ВКонтакте, можете задавать вопросы, если будут, и обязательно прописать свой Pair кошелек. Обратите на запись. Кошелек можно сменить только через администратора. Прописывайте внимательно свой Pair кошелек, проверяйте и кликаете на вкладочку «Сохранить», если надо при необходимости сменить свой пароль. Также нажмете «Сохранить». Далее пополнить. Вот здесь вот это главная наша домашняя страничка. Значит, вкладочка «Пополнить», «Вывести денежные средства». Вот, «Пополнить». Значит, прописываете сюда сумму любую. Ну, вот я заходила только на 50 рублей площадку. Кликайте на вкладочку «Пополнить».
вас перебрасывает на Payeer кошелек и далее по схеме. Подтвердить, подтвердить, все подтверждаете, и у вас на балансе становится 50 рублей. После пополнения вы идете, какую площадку вы хотите активировать. Площадка за 50 рублей, за 250, за 500. Я активировала за 50 рублей. Значит, вот неограниченный заработок. Клоны можно зарабатывать без рефералов. Неограниченная поддержка. Вы кликаете вот на эту вкладочку, и у вас будет запись «Ожидает активации». Когда проект стартанет, все автоматически активируется на кнопке, никуда нажимать не надо. Просто не забудьте после пополнения перейти на нужную вам площадку и нажать на вкладочку, ожидая, чтобы было у вас написано «Ожидает активации». Здесь вкладочка «Рефералы». Находится партнерская реферальная ссылочка. И здесь у вас написано «Всего партнеров», «Активные партнеры» можно посмотреть. И «Неактивные». Не спим, друзья, пополняем кабинет, жмем «Активировать площадку» и будем зарабатывать вместе денежку. Далее вкладочка «Баннеры». Здесь всевозможные баннеры. Сразу готовая ссылочка на баннер везде есть. Вот. Баннеров много на любой вкус. У меня запущен баннер. С баннера у меня запущен вот этот на 10 дней. В работе уже. Далее, когда после старта, ну это уже будет другое видео. Здесь вкладочка «Друзья вывести». Прописываем сумму. Кошелек здесь по умолчанию наш. И будем выводить денежные средства. Так, надеюсь, я все ясно показала, рассказала. Потому что многие мне пишут и на почту, и ВКонтакте. Значит, вот здесь обратите внимание. Маркетинг. Кликаем на маркетинг и читаем. Опять же, я зачитывать ничего не буду. Здесь и так все... довольно очень все расписано, как бы разжевано. Здесь читаем маркетинг. Стол первый, стол второй. Все это показано, рассказано, черным по белому написано. Здесь каждая матрица, только она одинакова, только цена разная, разный вход. Вот, и за 500 рублей. Приглашаю в проект. Админ уже доказал свою порядочность, честность. У него еще два проекта. В одном из них я участвую, Веерок. Ну, это уже, вот, насколько я знаю, это уже третий его проект. Ну, в принципе, на этом все. Всем нам, друзья, удачного, легкого старта. Будем работать, зарабатывать. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, до новых встреч!